Шоу, которое должен увидеть каждый. Завораживающее, волшебное. 8 июня на арене Владивостокского цирка продюсерский центр Гии Ирадзе и Российская государственная цирковая компания представят новое грандиозное шоу «Королевский цирк». Любой мой спектакль, который бы я ни привез, все равно стиль и почерк Гии Ирадзе, он есть во всем. В костюмах, в эстетике, в постановках, в драматургии, в конце концов. Я вообще никогда в цирке не создаю просто номера. Я этого просто никогда не делал и не делаю. Я делаю номера, такой синтез эстрады, театра, цирка, мюзикла. У меня есть уже за столько лет свой почерк, свой стиль. Поэтому если я привезу программу, которая будет не костюмирована так, как я, как зритель это привык видеть на моих шоу, если не будет декорации, если не будет большого количества номеров, не будет больших групповых номеров, потому что цирк — это масштабное искусство, оно должно быть настоящее, не будет много животных, это уже будет не цирк Гии Ирадзе. Каждое действие на манеже – это мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Специально для шоу спроектирован огромный золотой замок, возвышающийся под самый купол цирка. Все это помогает воссоздать атмосферу настоящего королевского дворца. Все декорации, я уже сказал на пресс-конференции, они абсолютно авторские. И художники, которые рисовали мне каждую деталь на для этих эскизов, то, в общем, получилась такая необычная композиция. Я хотел, чтобы даже зал украсить, но чтобы даже вот обратить меня в боковые проходы. Замок 12 метров высотой, и на спектакле это не просто замок, это будут выезжать лестницы, которые будут опускаться в манеж, будет действие там, наверху живые музыканты будут. Зрители встретятся с оленями, лисами, псовыми борзыми. В ритмах страстной Испании увидят тореадора с горделивыми яками. Изюминкой шоу станет масштабный аттракцион с 10 хищниками «Дикий мир». У каждого человека в жизни есть свои любимые животные. Кто-то любит кошечек, кто-то собачек, кто-то птичек, кто-то рептилий неких, да? Я действительно с детства очень люблю тигров. Естественно, тигры – это для меня все. Поэтому я выбрала тигров. Георгий Юрьевич разрешил мне попробовать с ними. Кстати, я хочу сказать, что премьера нашего аттракциона, мы выпустили аттракцион Георгия Юрьевича в городе Владивосток. 13 декабря 2008 года у нас состоялась премьера на этом манеже нашего аттракциона, который мы работали вместе с Георгием Юрьевичем. Сейчас я работаю одна с 10 тиграми. Уже 8 июня состоится премьера Королевского цирка. Гастроли артистов продлятся до 15 сентября, чтобы все желающие смогли сами оценить масштаб шоу. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на 8.